Сейчас я тебе не в руку нахуй ебану, нахуй, а в ляжку. Вызывай ментов. Ну и все, и будем разбираться. Давай, пацан, держись. Не боишься? Тебе что грозит? Мне этого не страшного. Веришь, нет? Смотри, ты с пальцем своим ходишь, блядь, что-то... Слушай, меня внимательно. Затни рот свой. Меня втащили, нахуй, а теперь не втащили. Пидор. Ты пидор. Я тебе еще ты раз... Ты в камере будешь, пидор. Я в камере не буду. На параше. Место ваше. Я тебя, сука, твое день рождения так испорчу. Ты охуеешь. Да мне уже его вчера даже испортил. Испортил? Да нет, не совсем. Охуенно. Ножей не боюсь и не боялся. А что ты сейчас тогда сидишь и болеешь? Только... у тебя руки болят. Только в КПЗ у меня есть люди. А у меня тоже есть. И что? Ты охуеешь. Уедешь. Когда тебя загнут и перегнут. Че молчишь? Ты за свои слова-то тут ответишь. Ответишь? Ты думаешь, у меня ты там готов? Повыше нету? Ты этого не сделал. Твои если мужики там ездили на первом этаже. Но мне там выше. Ты пизду не смешная, так смешная. Пизда это моя. Но не ваша. Будет наша. Тапки сними. Тапки сними. Тапки сними. Что у тебя выключилось? Тапки, говорю, сними. Да все хорош, ты че, блядь? Присядь, говорю, на диван. Не надо мне ноги целовать. А что так? Сними тапки. Хорош, сказала. Присядь. Ты мне уже не рассказывал. Молчи. Футанута, хуй загнута. Молчи. Сам молчи. На, у тебя больше слов нету, да? Да. Вот и поговорили. Твое место знаешь где? Только там. Я бы сказал, где твое место. Твое там, на параш. Не вынуждай, не выводи. Ты знаешь, все равно не скажу. Меня один хрен спасут, а вот тебя-то нет, о, навряд. Да бога ради. Ты-то им нахрена. Ты понимаешь, что ты сидишь, блядь, тут пальцы гнешь там. Ты даже не король коронованный, нахуй. Тебя даже ни одной наколки, нахуй, сука. Если у тебя здесь наколон, это не значит что-то. Ты вот здесь наколи. Вот здесь будет тогда, что ты уж король какой-то. А ты не хочешь. А что этот вообще дебил, что ли? Что? Там этот брат там. Кто? Коля, что ли? Он пока трезвый вроде, ничего. А как, что, может, как... он кинется? Да он кинет. Он может на меня кинуться. А что он тебя кинет? Да он дебил, потому что ёба. Мы с ним нехорошо расстались. А кто там вообще будет? Я ебу, кто там будет. Ты меня спрашиваешь, я сюда, блядь, приглашен. Я вообще понятия не имею, я туда не собирался. Мне нахуй, ну не надо. Я за все одену капронки, нахуй, черные. Поеду вон, публичные сапоги-чулки, нахуй, вот такие. Короткую юбку, нахуй. Ну и какую-нибудь кофточку. Зайду его, нахуй, ей. Пока тебя нету, нахуй, сейчас накрашусь, завьюсь. Ты не думал, нахуй, ушел.
Ты ушел, говорю, или не ушел? По-хорошему, у меня дома находишься. Я дома нахуй нахожусь. Ой! Крыса ты ебаная. Ты хочешь, чтобы я мир применял? Иди, применяй. Я у себя тоже дома. Нет, не у себя. Так, то есть ты хочешь сказать, что ты у себя дома? Я у себя дома. А я, то есть, не у себя? Нет. А ты не охренела мне? С рождения. Ну и вали тогда к себе домой. Да я у себя дома. Че не звонишь? Кента выйдет? Слушаю. Да? Ну и че? Тебе какая разница? Пошел отсюда. Пошел отсюда. Только трое. Бегом. Оделась и вышла. Только трое. Бегом, сука! Сейчас оделась и уйду. Бегом! Ушел отсюда. Брась тупая. За свои слова нет? Ты не отвечаешь, сука. Уйди отсюда. Пидор тупорылый. У тебя распятки-то даже нет. Чума ебливая. Пошла нахуй. Ты что здесь? А, ты хочешь бить ты его, Тань. Ты что здесь? Я же свой. Бегом! Да уйди отсюда. Бегом, сказал. Пошел отсюда. Я тебя не задержу. Да отойди, ты засмотри. Бегом! Оделась я вышла. Что ты хотел тебе там найти? Иди еще. Представляю вам обзор. Тихо. На классику. ВАЗ-21-06. Рассказываю вам, как можно двигаться на этой шестерке. Паша, топор закрывает, вон, пластмасску открой, пластмасску. И за провод на себя дергай. Это русская классика. Ну что, в первую очередь... Нужно масло проверить. Вроде в порядке. Но если будут проблемы... Братва, давайте, короче, проверяйте. Но ни с чем вы его не смешаете. Но если будет ровно, давайте. Короче, у меня муж. Как бы так. Тигрепите. Если будут проблемы, обращайтесь. Я всегда на связи, на телефоне. Да хули обращайтесь, нахуй. Ты расскажи вообще, что? Да ты что ты двигатель снимаешь, нахуя? Двигатель? Да я двигатель не снимаю. Нет? Ты смотри, мне машину не угробь. Не переживай, заведу. Где там бобина? Бобина у тебя у мамини. Так что, если что, он сам разбирается. Ты спишь за рулем, сиди, да, спи дальше. Практически. Да, практически. А если я сейчас за руль... Ты спишь, говорю, я самого увезу. Иришенька. Ой, иди. Спишь, дальше спи. Угу. Ты что там снял-то, ну, Паша? Теперь я уже не усну. Ты что? Ты нахуя свечи меняешь-то? Какие свечи? Крышу утомленную снял. Да вы не изображаете, что ты его спрашиваешь. Крышу утомленную... Крышка утомлёна. Да, Тася, умоем, он его дали. Я думаю, что за крыша утомлёная. Просто посмотрел. Ну, нормальная машина? Более чем. Как-то так. Пойдет. Безумный Паша, может быть, я ишку твою заберу, если будешь пиздеть. Пацаны, я Ветерок. Я хочу перед своей смертью увидеть кучу обманутых женщин и гору пустых бутылок. Потому что это я, Ветерок.
Итак, пацаны, вам удачи прожить такую же жизнь. Не надо замораживаться на одном. Просто живите, пацаны, как вы хотите. Обратной жизни не будет.